Все мотоциклы заранее осмотрены, нужные детали заменены, корпуса начищены. Железные кони готовы к старту долгожданного сезона. Для байкеров теплые месяцы года – самое любимое время. Снег стаял, асфальт обнажился, и выкатились люди, кто желает отдать свое, посвятить лето железному коню. И кому это нравится. Сезон здесь не очень большой, поэтому не упускают каждую минуту. Впервые на открытии мотосезона Павел Жиганов попал 2 года назад в качестве бармена. И пока молодой человек варил кофе для участников гонки, он успел увлечься байк-культурой. Уже на следующий год он пополнил ряды мотоциклистов. Познакомились, подружились. Я загорелся мототемой и уже зимой поехал, купил себе мотоцикл. И вот уже второй сезон, собственно, открываю на мотоцикле. Ощущение свободы, состояние полета и прилив адреналина – вот за что Павел любит поездки на мотоциклах. Для него, как и для большинства байкеров, его увлечение – это лучший способ перезагрузки. Это просто кайф. Ты просто едешь, и вот ветер тебя обдувает, и в голове вот с этим ветром вместе мысли также, вот они приходят, уходят, ты ловишь какую-то вот волну, такой драйв. Брутальные байки, легкие гоночные мотоциклы и даже квадроциклы. На открытие сезона съехалось более 25 любителей прокатиться с ветерком. При этом байкеры подчеркнули, гонять по улицам Сарова они не собираются. И в черте города будут соблюдать скоростной режим. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.